В Чебоксарах местного жителя подозревают в организации незаконного игорного бизнеса. В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с декабря прошлого года в помещении без опознавательных знаков в юго-западном районе столицы республики подозреваемый организовал деятельность закрытого игорного клуба, где проводил азартные игры среди ограниченного круга постоянных посетителей. Он набрал для этих целей соответствующий персонал, а также оборудовал салон необходимыми игровыми автоматами. В феврале этого года указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ Чувашской республики во взаимодействии со следователями Следственного управления Следственного комитета по Чувашии. Свою вину он в ходе допроса признал. В отношении него следователям избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.